Сегодня глава республики Михаил Игнатьев посетил ведущие предприятия Чуваши, агрофирму «Альдеевская» и компанию «Русгидро». Подробности в следующем сюжете. Огурцы, томаты и цветочная рассада – это главные виды культур, которые выращивают в агрофирме «Альдеевская». Их овощи продаются, что называется, прямо с грядки. И неудивительно, спрос оправдан высоким качеством продукции и умеренными ценами в сравнении с импортной продукцией. А буквально пару дней назад на предприятии появилась новая теплица. Глава республики внес свою лепту в посадку одного из лучших сортов помидоров – «Таганка». Да. Хотим, чтобы урожай был очень. Вот эта тепловая труба у нас подвешена около растений. Вот это теплое. Еще одной компанией, которую посетил Михаил Игнатьев, стал чебоксарский филиал «Русгидро Чебоксарская ГЭС». Основной костяк работников компании составляют жители Новочебоксарска. И, конечно, новочебоксарцев волнуют проблемы своего города. Пожалуй, самой обсуждаемой темой стал ремонт дорог и дворовых территорий. Администрация района Петрова расставляет свои приоритеты со своими депутатами, где первичным приоритетом порядка нужно отремонтировать. Касаясь Новочебоксарска, дворовые территории начали ремонтировать. Позапрошлым году частично, в прошлом году намного больше сделали, в этом году средства обозначили, я активно встречался. И в принципе, в течение максимум 5 лет мы дворовые территории, подъездные пути в Новочебоксарске отремонтировали. Жители интересуют вопросы экологии, ситуация с вырубкой деревьев, отсутствие остановок общественного транспорта и качественное питание в школах. Конечно, эти проблемы не решить одним днем. Глава республики дал поручение соответствующим ведомствам и пообещал проинформировать жителей о принятых мерах. Юлия Важенина, Сергей Рябчиков, Республика.